Некроинферно, охуеть. Да нахуй эту лигу, ясно, самая слабая фракция. Эй, всем кипяточек. БО7 формат. Не, не факт. Вряд ли больше трех будем играть. Ну, можно быстренько выиграть три и все. Кап. Да, против Страйдера, когда меня отпиздили гномиком. Никогда не говори никогда. Джестер чёркает вообще, ну так, как я вообще не понимаю. То есть... Настоящий Джокер, понимаете? Ну так как серия БО7, то есть есть время изменить свои стратегии, тоже понимаешь?
про Инферно собрался играть. Мне страшно. Вообще без понятия, понимаешь? Ну, выиграли трейд. Блин, что-то у меня самые лучшие герои, а у него самый кал. Бывает же. Она кладет небесный щиточек на 50. Когда кладет свет. Распространяется ли на кастеров, не знаю. Скорее всего, да. Ну вот, если в формулировке верить. Младерес говорит, герой слабый. Да, этот щиточек суммируется, то есть... Мне кажется, типа вот инквизиторы и адепты, изменение инквизиторов и адептов, ну, влияет на этот матчап, но я не ебу как. А, может быть, Изабель что-то делает. Аксель, кстати, ну вот Аларик, типа, плюс один нападение и защита за каждые три левела, а это только защиту. Нападение не увеличивает.
Че, я себе могу еще убрать, да? Бля, ну я хуй знает. Предлагаю убрать колхозницу и Изабель. Там еще с пылиной искусно.
Есть Торнелла еще. С таким-то тимопризывом. Огненная ловушка, кристалл и стена мечей. Там левел максимальный. 24-й вроде, да? Бля. Не 24-й. Вроде 23-й. Отстой какой. Вот у Некра в проклятиях никогда темное восполнение не было, оно бралось типа через боль проклятия, а тут типа есть. Неприятно немного.
блядь, где мой билд, ты ёбаный? Я еще не понял, почему это типа глухая, а не камень. Нет пока логичного объяснения, четкого, точного ответа. Вот пора бы его заиметь. В принципе, ответ есть, да. Знание растет каждый левел. Бесит меня. Ну, в принципе, вот ноль менторов бил, все по кайфу. Нужно авантюрно скинуть меточку. Будет 120 маны с удешевлением. Не очень, они на плюс морали что-то. Не грейд стрелочек, probably.
Тоже без стрелочка, прикольно. У нас плюс 10 ини на адептах. Зомбей в угол, духов в угол, короче. Подожди, духи это вот эти. У нас еще минус скорость. Я же говорю, не каждому ума хватает архангела брать. У нас мало того, что плюс 10 тени, так он же еще и на туманке. Ты че, на тьме, что ли? Пиздец, какая прочная хуйня. В прочную хуйню надо стрелять. Он на тьме, я думаю. Ветра нет, пиздит ангела. Ой, паладина, в смысле. С другой стороны, конечно, ему и пиздить некого.
Минус один, я извиняюсь. Я думаю, даже он типа на свет этими защита, стоякость. Думаю, он тоже примерно типа на такой же хуйне, там что-то защита, стоякость, каменка. На образулю не похоже, да, то есть статов мало и маны нет. Потому что там какой-нибудь чумак, это залупа, ветра нету, тут какая-нибудь, не знаю, снятие нахуй ему надо. Что-нибудь типа, блядь, тайн света, не знаю. Может, проклятка тоже. 17-й у него. Остальное он решил, что нахуй не нужно. Блин, эти подлаги прям сильно напрягают. Шестьдесят девять стрелочков, обратите внимание. Вот тапкин резист хуярят по кайфу. Блин, плюс инициатива в минус работает, кап. Пока есть мана, надо что-нибудь нажать, мне кажется. Там вампиризм может быть, а вот у меня вампиризма нету, нечестно.
Массовая чума за 7 маны. Первый раз вижу его на защите, кап. А, это мой стэк, простите. У него тоже, у него искусственный деф, то есть вообще пиздец. Вообще просто из ряда вон. Выходящее явление. Опять резист. Резист в ударе просто шпарит. Господи, как же он хорош. Больновато. Да ёбаный в рот, можно что-нибудь снять? Ну, пожалуйста. Пиздец. Да латник пошел, в чем идея? Он разошелся из-под чумы сюда, что ли? Смешной какой.
О, проклятки нету. Танец света, кстати, тоже нету. Моралица там что-то совсем охуел, ты посмотри на него. С единичкой морали моралица. Не петух ли? А чё у меня тут три адепта? А, пролетел петух, понял. Может, зря я столько мин накидал. На самом деле, мины в любом случае, мне кажется, пригодятся. Могут пригодиться. Давай, блядь, снимай. Нихуя не снимается. Ну хотя бы ангела убили, Серафима, простите. Чисти, чисти, ш-ш-ш. Давай, чисти уже, блядь. Нихуя не чистится. Кринжач. Один паладин за всех чистит. Подожди. А, вон, нормально. Казалось, не пролазит. Какая неудача. Не, у него герой 18 левела, у меня герой 23 левела. Ну ладно, он снимал типа касты героя героем, а я снимал касты героя адептами. Да, в этом есть разница, да. Чисти, блядь!
Ускорение почистилось, найс. Я думаю, он полетел типа сюда. Бля, чума плюс-минус мораль. Неприятная комбинейшн. Можно грифа на приземление подминировать. Я могу своим грифом полетать, чтобы типа поддоджить его грифа. Но у нашего грифа типа и не больше, но он взлетает позже. Зато я знаю точно, что наш гриф не сморалится. Да чисти нормально уже, заебал. Нихуя не чистится. Божественная сила снялась вовремя. Ебать, как же хороши эти сапожки. Thank you.
Как же я его разъебал. У нас, кстати, выстрелы кончаются, я думаю. Потихонечку. Не так, чтобы вот сразу, но вот потихонечку. Мне мщу ему за резисты с прошлой партии. Справедливость торжествует. Блять. Бля. Что? Это неплохое вложение 4500. Кажется. Триполадину тоже, типа, были нереально эффективны, ну, конечно, там, типа, два резиста прокнул на них, если не ошибаюсь. Неужели это телепорт? Это похоже на телепорт в целом, да.
Свободная касса, налетай. А его воздушка-то ушатает, блядь. Бля, вот про эту хуйню я забыл. Ну, как бы, не мудрено, когда, бля, весь бой никуда не ходишь, типа. Разъебан, сынок. Так, блядь, что-то ударов нет. Да, в целом-то похуй. Просто летим в центр с такой ини. Воздушки ини 180 под Арнеллой. Ну вот, Арнелла играет охуенно. Вон, тут я никуда не побегу пока. Передумал что-то бежать куда-нибудь. Я не ебу, сколько там, короче, типа, подчины берсы стоят. Вот, поэтому... Просто нажму поднятие на стек без чумы. Поэтому я не собираюсь звать Феникса, вот что я хотел сказать. Ну, нет нужды звать Феникса, типа воздушки все почищают сами, я думаю. Здесь чума заканчивается, надо перевесить.
Да похуй на твой надзор вообще до пизды. О, немощь. Я думаю, колхознику тут не западло уже пиздиться с латником. Зачем ты оглушил? У меня есть кара, кстати. Жестко. Это ты прикольно придумал. У воздушки, кстати, нету минус моральки, она же типа недобрая. Сейчас подожди, паникрыл. А чё, типа, частично как-то можно, нет? Чё за хуйня?
Ладно, взял лича. Даже, мать его, на зомбю не хватает. Вот теперь можно поделить. Нифига себе, жесть какая. Не знала такой хуйня, кстати. Да как сказать, Зерж, зря не зря. У меня туманка там туда-сюда, латники. Зачем там шашечки? Да, блядь, тир-2 самый слабый. Поэтому, видите, даже в хумозеркале оба вышли без стрелков. Ну, кстати, да, нахуй эти 69 лучников вонючие, лучше бы типа адептов на 2 поделил. Или даже инквизитора. У него, наверное, и был такой план, типа, в зависимости от того, что он увидит. Да нахуй эти мины под Грифона, типа, ну, блядь, он там и так нормально гниет. Ну, там были просто более важные ходы, типа, Грифон и Грифон, блядь, чайную ложку урона наносит и вообще не наносит. Я 2 полета задоджил. Вот Ангела там, ну, как бы я и так с убийством Серафима тоже подзатянул. Но я, типа, боялся минус одной моральки, поэтому подыскал, типа, кристаллы там, где... Ну, типа, 2 стека ходят гарантированно, чтобы разбить кристалл. Ну, как гарантированно, ну, понимаете, типа, 10%, а там 1% от 10%, 1%. Ну, там, где 99, вот там, типа, гарантированно. Я же положил в конце мины под Грифона, что ты не видел? Я всегда хотел положить мины под Грифона, просто было не досуг.
Сейчас я одну вот сюда даю. А, сейчас я одну беру, а потом вторую себе беру. Ебать, что я, блядь. Брейнлагнул. Не отвлекайте меня, я и так хуёво играю. Мины под грифы не могу положить. Балансная ситуация, пипец. Но Джессер чёркается рандомно. Чисто монетку кидает, похоже, поэтому. Ну, надо, ну, как бы против чувака, подкидывающего монетку на чёрке, можно получить какой-то матчап, ну, как сказать, комфортный, да? Мне нельзя вот здесь, типа, говно получить, не хочется. Ну, то есть, как бы, вот мне вот важно не говно здесь получить. Но если я, типа, сюда хума даю, я не уверен, что вот это не говно. По-моему, вот это вообще полное говно. Я думаю, надо дать, ну, как бы сюда взять лигу, сюда взять эльфа, не иначе. Тогда вот у меня получится, что вроде и здесь не говно, и здесь не говно. Это будет решаться все здесь. Эльфа-зеркалка, может быть, это же джестер. Он проигрывал зеркалки даже чувакам, которые типа после одной игры там снимались в турнире, типа того. Ну, я чуть-чуть почитал историю его игр, типа, в этом турнире. Так, одну убираем, одну даем. Убираем гномика, пихаем хумца, так что ли? Seems legit. У него кончаются джокеры в рукаве ядрить. Я чувствую. Не знаю, у эльфа орка бонус, вроде все считают, что это. Орк ебет эльфа.
Там есть хитрые темки, там через готовность, так что просто так пизды не дать. Есть всегда бан света, то есть на эльфе типа не угадал, сосёшь. А на орке, если не угадал, еще можно попиздиться. Интерестинг. Не дрейте, он псих просто, он же мне Валеру оставил, не? По-моему, я выиграл черных героев. Валера, может быть, в таверне. Тоже, ну, тоже рабочий материал, в принципе. Он говорил, сапоги не покупай, но про доспех-то он ничего не говорил. Кто вообще тут, типа, ебёт? Адепты или инквизиторы? Не, ну зависит от расклада, зависит от того, чего человек играет, который играет. Мне кажется, так. Там есть в образоле прикольные всякие навыки тоже, там, типа, выучи с пылы 1-2, типа, оппонента. Выучи с полы, типа, 3 из заклинания оппонента из набора. У меня типа есть 4 знания. И я склонен вообще купить доспех, потому что любые статы хорошо заходят. Скорее всего.
Я думаю, инквизиторы сильнее адепта. А, не, наоборот, адепты сильнее инквизиторов, ну, в целом. Да, потому что, типа, пиздить тьма, ну, это хуйня полная. А вот снимать свет наложенный с выстрелов, это заебись. Посему шо? Посему я предлагаю на полном серьезе типа билдить вот так. Блять, я не знаю, но у меня есть типа 40 маны. Но я бы хотел вот так, короче, прям вот так. Ну так, мне кажется, заебись. Вечный свет же работает еще и на спылы, положенные типа кастерами. У адептов типа 18 маны, это 3 кары у каждого. И вечный свет работает в том числе на кару, положенную адептами. То есть 2 стека адептов, вечный свет. Кару кладем с этой хуйни. Не знаю, но с другой стороны, опять же, сумерки очень сильны. Почему? Потому что ебаный в рот, они как бы дают ману, то есть они удешевляют спылы. Но мне, если честно, вот типа падший здесь не очень всрался, потому что у меня будет приличное количество СП, и на чуму там типа я не уповаю. У меня ни один спел не бенефитит от СП, кроме чумы. Вам, конечно, немножко, но это настолько третьестепенная история. Поэтому мне эти, типа, высокая СП здесь нахуй не вперлась вообще, поэтому... Айрис у меня. Ветер, конечно, приятный навык, но можно... Бля, ну типа ветер тут, типа, либо туда, либо сюда, ебал я в рот. Вечный выглядит хорошо. Хорошо ли выглядит печать, хуй его знает. Может и сумерки хорошо выглядят, особенно можно типа взять сумерки даже без тьмы, да, или просто с базовой тьмой. Поэтому у нас будет много спылов тьмы и хорошая скидка сумерек, и типа вамп на сдачу, вот это вообще охуительно. А так как таковую тьму я Макси здесь не особо хочу. Мне кажется, но это не точно. С другой же стороны, у нас ускор кара смиф, то есть, да? То есть ускор кара смиф это тоже вкусно взять, халява пиздец. Нахуй нам мана на свет? Ну так, тоже не особо нужна. Ну в соло свету мы, у нас нету там типа, ну вот да, вот типа вот. Может быть вот это самое охуенное. Не знаю, не, на самом деле... Ну он что-то типа... Ну я думаю, он типа либо в какой-то all-in должен играть, либо вот опять типа в светотьму, какую-то сумеречную. Время кончается, но сложные билды, сложные типа расклады. Я не знаю, насколько вот это разрывной просто билд, типа соло-свет. Мы возьмем, понятно, там паладина, 2 стека адептов. Ё-моё. Можно не брать уклон, подумать, можно взять тайные, типа 2 стека адептов с 6 снятиями. Да видел я, бля, как эти адепты снимают, блядь. Типа играем так, играем в перепульку на 2 стеках адептов. Типа гриф и ангелы нас вроде не так должны подразъебать. В чем страта вообще?
Да, может быть. Вот в этом страта, в миф. Да, я думаю, страта вот в этом, в миф, да. Можно будет где-то локально воодушевить паладина, там туда-сюда. И 18 левел, потому что мы скупаем ебейшие арты. Скорее всего. Может быть даже 3. Призыв дают по кайфу. Бразуль не берем целенаправленно, да? Да. У нас нужные спылы есть. Ускор, кара, каменка, уклон, хули еще надо. Заебало это образули, не могу. Ей, свет, фартануло. Здесь свету такая залупа тоже теперь. Все еще. Надзора нету, да? Ну и хуй с ним. Главное там типа на какого-то падшего ангела, блядь, не выйти случайно. На ангела-хранителя, да. Да блин, ах, сколько можно говно сувать, блядь, дайте нормальные навыки, ёбаный бобаный. Ну, взял пока диплу, да? На ману. Так, гнев поймав. Защиту поймав. Чё сложнее поймать, ветер или защиту? По-моему, ветер сложнее поймать, то есть мне сейчас такую же вилку пятерную будут давать. Я сейчас иду. А, вот я сейчас беру 18, у меня уже 50 на 50. Можно? Да, я вот именно беру 18 сейчас. Дальше что? Дальше мне типа нужен надзор. Я его беру 60%, да? Там нужен стояк. Типа, ну как бы нужно здесь заменить на надзор, здесь заменить на воодушевление, здесь заменить на стояк. Как это максимально охуительно сделать? Думаю, здесь можно 100% сейчас заролить стояк. Тут у нас типа 66 на надзор. И тут у нас 100% на... Ну, что-то там нужно, да. То, что нужно. Ну, пока все заебись. Маны так навалило даже.
Может, шапочку не буду покупать. Я решил выйти на 5 СП, а не на 6 СП. Сэкономил кап. Нужна какая-то армия на 90 тысяч. Не могу понять, какая пока что. Какое-то приличное количество адептов, как я обещал. Не знаю, возьмем пока 12. Не могу понять, какой нужен гриф. Вообще непонятно. Скорее всего, красный, но это не точно. Да, стопудово красный, прям 100%. Там же задира ёбаный-бобаный. В этом билде нужна тележка. Прикиньте, у красного грифа задира, охуеть. Вероника. Это кто, мамка и младресы или кто? Ух ты, блядь, любитель чесночка. Как следующий вперед на уклоне, так что ли?
Тут идея такая, типа, как против Некра играть. То есть ускор на миф, сопереживание туда-сюда, паладин сюда, паладин туда. Тридцать маны. Даем как против нейтралов, все подлатника. И вот это место мне не нравится, потому что типа гриф плюс ангел подлатника здесь не влазит. Раз, два, три, четыре, пять. Под ветром пять, да? Такой хуясь сюда. На ману. Четко, заебись, четко. Да бля, как ему это удается, сука? Стоякость уклонения, ветер. Развитый нап. Там типа воздаяние какое-нибудь туда-сюда. Ну, мы узнали, что там свет, да? Свет и 19-й. У него нету моральки, нету воздаяния, так как нету моральки. Может быть, конечно, воздаяние с молитвой, но это... Ну, может быть, да, может быть. Реально может быть. Но я предполагаю, что там все же уклон. Значит, нахуй ему ревнитель. У него аж 19-й. То есть он там вообще охуел. Он еще искусный. То есть паладин мне нахуй не нужен. Можно пойти фидануть паладином. С другой стороны, ну как бы мне не нравится, что он ударит адепта, да, больше всего. О чем вообще вот так ангела поставил? То есть он типа уверен, что там ветер, похуй, ставим ангела в пизду напротив кубика или что, не могу понять что-то. Сколько он высекет адепту? Можно типа спецу акселя почитать? Блять, ну охуительно написано. Ну типа 20 на 18, да? Или у него какой там 19, да? 2 на 19. 38. А так за каждую клеточку хуй знает сколько-то там, 5%, не знаю. Ну короче, скажем, двойной урон он вносит, да? Двойной урон там типа, скажем, на 30. 16 на 30, что-то дохуя. Девятьсот шестьдесят где у меня получилось. Ну, есть защита. А что делать этим паладином, нахуй? Я с другой стороны, типа, я вот сейчас отойду паладином. Хочет ли он сделать какой-то хитрый телепорт, типа латника, ревнителя? Я думаю, телепорт типа латника ревнителя будет полная залупа для него.
То есть это будет тот момент, в котором он просто проебал игру. И я еще вот так открыл, он теперь такой, бля, а что грифом делать? Вдруг он бегать начнет. Я даже, короче, беру вот эту ветку отражения, я даже не думаю, что отражение не работает, я даже вот просто об этом не думаю, ебать. То есть, ну, просто, в принципе, просто вот это ХП, защита халявная, ну, она стоит просто двух навыков. Прикиньте, он сюда полетел. Но я не верю в светотьму на 30 маны. Неприятная эта алкашка, я теперь не могу ангелом стать под латника. Я не хочу воскрешать паладина еще. Нахуй нужен этот паладин? Поморалиться бы побольше. Рыцарь Изабель, мы рвемся в бой. Блять, не утри морали, стоп this shit, блять, что за абьюз?
Ну, типа разбег взял. У меня телег стоит, у него нет. Ожидание, нихуя себе. Ну, мне надо это уклонение вообще. Вообще, да, надо, похоже. А подожди, я еще кару не жал. В натуре, ебаный бобаный. О, хорош, подвинул под латником, найс. Ну, осталось хорошенечко моралиться. Что ощущение, очищение оверрейтед.
Ну, я думаю, что у него все-таки вот так. Камни отсюда. Воздаяхан мораль. Клон. И экспертная хуйня это. И ветер. Какой 19-й. Ну, я так, в принципе, изначально предполагаю. Просто подумал, что типа брать три расовых навыка — это какой-то аутизм. Сняли каменку. Берет разбег. Знаете такую песню у Алисы? На нахуй. Дразнится. Да, дразнится, сосешь. Это может во тьме еще есть что прикольное. Только мы ему ответку втащили. А, и он с грифом пиздился. Блять, что-то не больно ему нихуя, почему? Потому что ошеломление там туда-сюда, да. Ну, короче, я думаю, наша тема пока что просто, типа, подгонять стрелочкой изо всех сил. Это что, какой-то байт на телепорт, бля, или что? Ну, снятие каменки с этого. Не так, чтобы вот дохуя мы стреляем, да. Ну что есть, то есть. Он решил, типа, не бить рядом с грифом, да? Решил, типа, продвинуться сюда, бить. Не бить рядом с грифом, короче, да. А я как сказал. И вот я бы тебе рад слетать попиздиться ангелом, но я, типа, не очень хочу здесь открывать, вроде как. Взял разбег ангелом. Считать клетки.
Полторы, как говорится, две с половиной, четыре, пять, шесть с половиной, семь с половиной. Нихуя не понял. Вроде не добегает, да. Там телепорт может быть, это пиздец неприятно. У меня, кстати, интересный вопрос. Надзор на полет грифов работает, ну, в смысле? Ну, в обоих смыслах, на самом деле. Я дал конченый его душ, ну да, но ходов других, типа, хороших нет вообще. Просто нету. У меня была интересная мысль, типа, попиздиться, нажать wait, попиздиться ангелом, там, это... залететь ангелом обратно. Можно просто полететь, попиздиться ангелом, стать грифом вот сюда. Можно пойти попиздиться сюда, стать грифом туда. И у него теперь нету маны на телепорт. Даже если он толкнет типа грифа, мне вообще похуй. 700 урона берем. Он не добегает, кстати, да, я посчитал правильно. Ёбаный, про эту хуйню забыл. У него 5 моральки, у меня 5 моральки, в принципе. Ангел незаслуженно выхватывает. Можно пойти попиздиться, попробовать с Серафимом. Поглушить его. Можно этого не делать, нахуй надо, правильно? Я не могу сказать, что это вот прям отдача ангела, то есть ахули, блядь. То есть что так, типа он куда-то бьет, что так он куда-то бьет. Так, конечно, убил бы рядом с грифом, но тут типа и это, и толкание, блядь, и моралится он. У нас ангел не сморалился, у него Изабель проморалился. Тоже такой фактор есть, да?
Че он эту единичку не отстрелил этим? Тралит? Я думаю, надо воскресить единичку. Пока она на апкастах, на всем таком. Пусть он дальше долбится, как ебанутый. Надо было деф, наверное, нажать тут для сопереживашки. Он решил переждать уклон, что ли? Дело в том, что когда он переждет уклон, у него кончится в хламе, ну касты на его стеках. Вот они вот просто закончатся. Вот просто закончатся. Дефаемся стрелочком. Все по кайфу. Он бьет по дефавшегося стрелочка, как по кипа. На, суча. Бля, так смешно. Чисти, чисти. Ш-ш-ш. Нихуя не почистилась.
потихонечку у нас кончаются апкасты. На нахуй. То есть, бля, он бесконечно этим заниматься собирается. Но собирается и собирается, чё доебался. У него 4 выстрела, то есть, типа, у нас самый ебнутый стек это латники на ярости. Ну, поэтому я не знаю его стратегия, то, что он делает, дискуссионно. Ну, то есть, он, в принципе, тут, да, типа, он выжил, чё мог, а сейчас он уже, типа, в отчаянии, что ли. Эх, где, блядь, дразнило-то? Я думаю, надо нажать волевую кару и вообще похуй. Хотя это можно подумать. То есть каменка тоже кончилась. Больше урон, ну, типа, и хуй знает, не знаю. Мне кажется, бля, непонятно вообще, что делать. Есть телепорт вообще. Я думаю, наша тема каменка на самом деле. Он не полетел дефать стрелочка.
Я не могу бежать от латника, потому что, ну, понимаете, что-то мешает. От ревнителя. Поэтому ревнителя мне надо сначала доесть, а потом делать что-то другое. Да бля, опять 198. Да что ты будешь делать? Ну а что ты будешь делать? Ну так, ёптать. Нужно тыкать сюда, чтобы глушить, там туда-сюда, хуй с ним, с этим ангелом. Он умирает от ветки стрелочка тут даже. Ну ёбано. 2 хп есть, 2 хп, конечно. Не наебешь. Ну ему нужно доесть стрелочка, кап. Если выйду здесь разочек, получу пизды немножечко, но зато я на один ход туда ускорюсь. Но мне это, я думаю, до пизды, типа я не спешу на самом деле. Так кажется, что я спешу, по правде мне вообще пихуй. Бля, вообще больно. Сидит там, максималочки выбивает. Даже колуна с удачей не получил. Бля, что-то мы проебываем, похоже, я хз. Че так больно-то? Одна наша одежда на 2 адепта и дрыть. И она что-то сошла на нет. Забавно, но мне надо пиздиться здесь 100%. Так, неплохо, неплохо. Добренько. У меня кончились апкасты, яйкс. Ну, у меня надзор там. Он нажал деф, неприятно. Бля, я не могу поверить, что это типа луз. Ну, да, у него очень много мяса было, это правда. Чё тут, бля, пидрило на ярости не может никого отпиздить? 24 напа. Бля, я не знаю, по-моему, я, блядь, стратегически разъебал эту игру просто от и до.
Единственный нюанс говна, который произошел, ну там типа ангел пофидил немножко, когда вылетел. Там это дискуссионные моменты. Так, мне кажется, в целом все было заебись. Четко. У него что, надзора нету, что ли? У него надзора нет. Хорошо, сейчас чекнем. Влад вернулся, ура! Мелатонин уже был. Спасибо за 50 руб, Влад. Посмотри записи на ютубчике, там где-то должен быть. Я верю, ты справишься. Вот видишь, значит, все пропустил, кап. Ой, пипец, ты зануда. Ну давай, найду для тебя. Так уж и быть. И когда он вышел? Есть информация? Пипец, я тут говна настримировал, конечно. Декабря 22-го. Угу. Значит, раньше смотреть нету смысла, да? Но я уже раньше пошел смотреть, но тоже что-то не могу найти, кап. Что там я сказал? А, я ничего не сказал вслух, да?
Чё говоришь, какого дата? 15 декабря 22-го? Пиздец. Не знаю, может, я в бетку какую играл, кап. Да, блин, сложная задача. Ладно, без стрима найду, напишу тебе, куда тебе написать. В Дискорд напишу, похуй. Пока что ей-ей-ей. Ну, сейчас еще вопросы какие-то посмотрим. Никаких нету. Ей-ей. Всем пока.